Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World, и с вами я, Юрий Гименфарб. Так вы говорите, что угроза территориальной целостности России, российской экономики, социальной стабильности, благополучию народу исходит извне? Из Вашингтона, Брюсселя, Киева, Лондона, да? Ну-ну. Вот, дорогие друзья, это экс-судья Сайди Янгулбаев, бывший судья Верховного суда Чечни. В настоящее время он проживает вместе с семьей в Нижнем Новгороде. Так вот, дело в том, что вчера неизвестные мужчины в масках, которые представились чеченскими силовиками, они вломились к нему в квартиру и потребовали, чтобы он явился на допрос в Чечне. А затем избили, забрали его жену и увезли в неизвестном направлении. Я напомню, что Сайди Янгулбаев – это отец бывшего юриста комитета против пыток, признанного иностранным агентом, Абубакара Янгулбаева. Так вот, дело в том, что Абубакар в конце прошлого года сообщал о пропаже родственников в Чечне. Так вот, вчера, 20 января 2022 года, неизвестные проникли в квартиру, представились сотрудниками полиции, причем подъехали они к дому, где живет бывший судья, на машинах с чеченскими номерами. И потребовали, чтобы он и его жена Зарима явились в качестве свидетелей на допрос по делу о мошенничестве, о котором вообще они услышали-то впервые. Постановление совершенно липовое. Тогда Сайди Янгулбаев, он сообщил о происходящем в дежурную часть местного управления ФСБ. Реакция оттуда не последовала. Тогда Янгулбаев обратился в полицию, реакция последовала. Тогда к дому подъехали участковые и сотрудники патрульно-постовой службы. Однако, пообщавшись с чеченскими силовиками, они без слов развернулись и уехали. При этом обращает на себя внимание, что сам Сайди Янгулбаев предъявил свое удостоверение судьи в отставке, подписанное не кем-то, а Владимиром Путиным. А по закону судьи в отставке, они сохраняют звание судьи и гарантии личной неприкосновенности. Ну, в ответ собеседник Янгулбаева показал свое удостоверение майора полиции, якобы это сотрудник управления уголовного розыска МВД Чечни Адам Мадигов, в итоге силовики избили членов семьи и похитили жену Сайди Янгулбаева Зариму. При этом, понимаете, на то, что жена диабетик, что у нее положительный тест на ковид, они не обратили внимания, никакую одежду и инсулин не взяли. И увезли. Увезли в неизвестном направлении. Вот такая чудесная история. Так вот, понимаете, дорогие друзья, в этой связи возникают очень интересные вопросы. И вопрос-то не в том, что Рамзан Кадыров, он не только в Чечне делает все, что хочет, но и на всей территории Российской Федерации. Он творит абсолютно все, что ему заблагорассудится. Кстати, я хочу сказать, что это не первый случай, что на самом деле вот все это связано с информацией о том, что телеграм-канал 1АДАТА публиковал данные о похищении людей в Чеченской Республике, что взбесило Рамзана Кадырова. И вот этим все объясняется. Но я не об этом. Нет, друзья. Речь о другом. Вот обратили вы внимание или нет? А все ссылочки даны в описании. Можете убедиться в этом сами.
Меня больше насторожило именно поведение российских силовиков. Пообщались с чеченскими силовиками, после чего лапки кверху и аля-улю, гони гусей. Все. И вот я задаю очень простой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот после подобного у вас еще остаются сомнения, что российские силовики, они ведь храбрые исключительно против мирного и безоружного населения. А когда подъехали люди на машинах с чеченскими номерами и предъявили чеченские удостоверения, как зайцы моментально разбежались. Все, их нет. И вот отсюда, дорогие друзья, возникает весьма и весьма забавный вопрос. Вот люди, вот в частности Сайдин Гулбаев, он пытается взывать к закону, апеллировать к закону, обращаться к силовикам, к правоохранительным органам. Вы понимаете, что сейчас уже слепому видно, что это совершенно бесполезно. Это видят все. Я подчеркиваю, я ни к чему сейчас не призываю, это просто логика, элементарная логика. Но вы понимаете, что люди, усвоив вот этот урок, дальше уже на авансцену будут выходить не те, кто будут апеллировать к закону, а те, кто будут уповать только на силу. Точно так же, как Рамзан Кадыров. Кстати, он-то тут совершенно вот в данной логической цепочке, он-то здесь ни при чем. Причем здесь те, кто всю такую систему устроили, господа кремлевцы. Вот о чем речь. И вот по отношению к ним, еще раз, не о Кадырове сейчас идет речь, а о другом, что по отношению к ним люди будут применять тоже силу. А российские силовики, которые как зайцы разбежались только от одного вида сильного, вы думаете, они будут оказывать какое-то сопротивление? Они как зайцы разбегутся. По норам, по щелям разбегутся. В женское платье переоденутся и будут удирать до канадской границы. Вот в чем дело. Вот. И вот сейчас я возвращаюсь к тому, чего начал. Вы по-прежнему считаете, что угроза России, ее территориальной целостности, экономике, социальной стабильности и благополучию народов исходит извне? Да нет, друзья. Эта угроза исходит не извне. Эта угроза исходит только из Кремля. Больше ниоткуда. Больше нет источника угрозы. Так вот, заметьте, я ведь ни к чему сейчас не призываю. Я как врач ставлю диагноз и констатирую просто факт. Элементарный факт на основе банальной логики. Впрочем, наверное, по мнению господ кремлевцев, логику тоже придумали враги России. Очень возможно. Очень возможно, что ее придумали те, кого господа кремлевцы называют иноагентами. Но тут, как говорится, хоть горшком назови, только в печь не ставь. А в данной ситуации не в терминологии дело, а дело в том, к чему конкретно все идет. А дело идет, могу говорить еще доступнее, к кровавой бане. К тому, что люди, которые поймут, что уповать на закон в путинской России, ну это приблизительно то же самое, что уповать на подарки от Деда Мороза к Новому году. Так вот, они будут уповать на силу. И такие люди найдутся.
А вот те, кто считает, что россияне – это безмолвное крепостное стадо, ой, как вы ошибаетесь. Мне даже не передать словами, как вы ошибаетесь и к чему вы, господа кремлевцы, приведете. Вы приведете к тому, что когда в квартиру, дело ведь не в судье, а в самом факте, когда в квартиру будут ломиться с липовыми постановлениями люди в форме, по ним будут открывать огонь. К ним будут применять силу. Впрочем, друзья мои, я же как всегда напоминаю, выводы делать только вам. Только дело-то все в том, что публика у меня на канале мыслящая, и боюсь, что наши выводы совпадут. Впрочем, посмотрим. Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал Neurashword. До встречи.